Сегодня в Министерстве внутренних дел Республики состоялась встреча представителей ведомства с командирами отрядов добровольной народной дружины Республики и студенческими отрядами правопорядка. Встреча прошла в формате конференции. Представители силовых структур и командиры отрядов обсудили, как можно заинтересовать граждан в охране общественного правопорядка, какие еще меры поддержки и поощрения дружинников стоит реализовать. Сегодня имеется возможность, друзья, поделиться опытом, проблемами, высказать идеи, которые могли бы наше сотрудничество вывести на более высокий уровень во благо жителей нашей Чувашии. Впервые на конференции представили и методическую разработку, в которой собраны основные требования к будущему дружиннику, тесты, памятки, а также нормативно-правовые документы, необходимые в работе народных дружин.